Добрый день, уважаемые подписчики. Сейчас вот на улице у нас снег идет, грязь, слякоть. Дворник пришел в негодность, не дотирает. Пробовал его поправить, не поправляется. Ну, в принципе, дворники все равно меняю каждый год. Но сейчас еще другая причина. Его не дожимает поводок. Сейчас покажу. Видите? Угол вот этот остается недотертый, и вот здесь пятно тоже недотертое. А сам дворник, как многие скажут, да, он замерз, там просто грязь в нем. Нет, он не замерз, грязи в нем нету, льда в нем нету, просто он, получается, не дожимается. Резинка живая, сейчас покажу. Если по резинке посмотреть, видно, что резинка живая, льда в нем нету, ни здесь, ни здесь. А вот поводок, видите, он то ли грязью забился, то ли что, то ли химия, он его не дожимает, вот приходится усилия делать, даже он, вся трапеция двигается. Поэтому я заказал новые дворники, снимем сам поводок и разработаем его здесь немножко, опять же, чтобы он не болтался, ну и работал. Для этого побрызгаю его и смажу. Эта сторона нормально двигается, но тем не менее щетка тоже не дотирает. Поэтому меняю оригинальные щетки. Лучше я буду каждый год ставить оригинальные щетки. По крайней мере, они не хочет. Работают, выполняют свою функцию. Уже перепробовал всякие разные и пришел к выводу. Только оригинал. Так, ну что, снимаем поводок. Новые дворники пришли. Номера новых дворников сейчас я покажу. Получается, правый дворник у нас 964 74 966. Это пассажирский дворник, а это водительский дворник 964 74 963. Так, выглядят они вот так вот. Запечатано. Сейчас возьму ножичек. Ну, вот, который с завода идет. Ветерок на улице сдувает все. Он водительский со спойлером. А, пассажирский без спойлера. Поднимаем капот. Снимаем заглушку. Держится она просто на гаечке. Снимается легко. И откручиваем гайку. Гаечка на 14, откручиваем ее. Слегка приподнимаем
затворник. И снимаем его с шлицевой. Вот что я говорил. Пружина не дотягивает из-за того, что здесь плохо двигается. Хотя усилие на пружине достаточное, а вот это место надо разработать. Сейчас я его забрызгаю ВД-шкой и раскачаю его. Показываю, что он не дожимает. Вот я отпускаю, он не тянет. Хотя пружина должна его тянуть с таким усилием. И поэтому у нас дворник к стеклу не прижимается. И вот эти пропуски на стекле грязь не дотирает. Забрызгиваю. И разрабатываю. Буду брызгать и разрабатывать до того момента, пока она у меня не начнет нормально двигаться. Видать, грязь, окислы, все это забило. Что, разработал? Вот она, получается, видно теперь, как она отрабатывает. Теперь мягко ходит сама, вот такая, прижимает. Залил ВД-шкой, ну минут, наверное, 15 потратил на то, чтобы ее разработать. Одеваем дворник. Спойлер здесь у нас снизу получается. Дворник заводим поводок и защелкиваем. Вот такой фиксатор, вот это ушко. Чтобы снять, нажимаем вот это ушко, и тогда у нас дворник снимается. А так он все фиксирует. Ставим на место поводок. Выставляем дворник на старое место по стеклу, по полосе грязи видно. И закручиваем гайку. До безумия тянуть не надо. На место заглушку устанавливаем пластиковую. Закрываем наш капот. И меняем наш дворник пассажирский. Вот таким образом мы заменили оба дворника. Сейчас проверим, как у нас будет чистить.
Ну, вот четко слышно, дворник не скрипит, не пищит, стирает хорошо. Ну, это и понятно, дворник новый, он так и должен стирать. По крайней мере, теперь он у меня полностью очищает. Нет вот этих провалов, нет пропуска. На этом все. Всего вам доброго.